этот предпраздничный день творческие коллективы районного дома культуры дарили яркие выступления любимым женщинам. Посвящали стихотворения, играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. Готовясь к концерту, очень много репетировали. Пришлось много экспериментировать, потому что мы танцевали в балетках. Сейчас придется танцевать в туфлях. То есть, вообще мы готовились усердно, старались. Для кого-то это выступление оказалось премьерным, поэтому волнение присутствовало вдвойне. И не только у юных артистов, но и их руководителей. Совсем маленькие у нас, вот сегодня даже первый раз будут выступать подготовительная группа с танцем «Карапузы». Было мало репетиций на сцене, и поэтому вот я за них переживаю. В Доме культуры творческие коллективы очень разнообразны. Так, например, существует ансамбль «Родник», где дети играют на старинных русских музыкальных инструментах. И в этот предпраздничный день ребята тоже подготовили необычное выступление. Среди зрителей на этом концерте были мамы и бабушки выступающих, поэтому артисты, особенно совсем юные, старались от души. Всех с наступающим праздником, всем здоровья, радости, удачи. Самое главное, в семье, чтобы было все-все хорошо. И пусть все пожелания, прозвучавшие в этот день, обязательно сбудутся. А весеннее настроение и яркие впечатления сопутствуют на протяжении всего года. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.